друзья, вот мы и прибыли в аэропорт Чикаго. Закончился наш перелет. Он недолгий был, где-то 3 часа, там 40 минут, может быть, 45. Мы прилетели, а тут дождь. Это видно по тому, что вот там через окно видно на улице. И вот тут еще, если вы посмотрите на эти окна, то вы увидите, что там явно дождь. Вот, пожалуйста. Ну, мы, в принципе, готовы. Хотя нам не страшно, у нас автомобиль. Мы сейчас сядем, поедем в гостиницу. Вы видите, друзья, потолок. Это так как бы ретро такое, да, то есть нам этот потолок должен, видимо, напоминать вокзалы там 30-х годов такого плана. Так, мне кажется, я не знаю, но чисто внешне вот так. Да, мокрые стекла. Сейчас 10 часов вечера, но вы видите, в аэропорту и круглосуточно можно покушать. Сейчас вообще такая фишка, что повсеместно стоят такие столики, где можно с компьютером сесть к розеточке, там подключиться. Может, к интернету даже, я не знаю как. Но вот сидят люди с компьютерами. Мы, друзья, едем на эскалаторе, таком движемся по эскалатору в направлении того места, где багаж выдают. А тут вокруг нас, вот видите, над головой такая иллюминация. Сейчас красота. И стенки в таких нежных цветах, как будто в магазине красок. Такая палетка, где краску выбирают. Да, большой аэродром, конечно, аэропорт. Большой аэропорт не сравнить с тем, что в Сан-Франциско. Мы тут что-то замерзли, пока ждали шаттл до, значит, рентовки. У нас наша, которую мы заказали, называется «Доллар». И вот все идут, шаттлы идут один за одним. А мы все ждем. И подмерзли, да, Свет? Замерзли, холодно здесь очень. Да. Ну что, друзья, вот это наш номер в Хилтоне на 17 этаже. И там, ну давайте я так пройдусь. Мы заказывали с видом на озеро. Так, тут туалет. Пока еще чистенько. Видите, мы тут с дороги. Пока чистенько, мы еще ничего не раскладывали. Я попросил Светлану открыть окошко. Потому что у нас должен был быть вид на озеро. Света, есть вид на озеро? Там так темно впереди, что, наверное, да. Так вот, панорамный такой вид. Большой номер, просторный. Видимо, в 30-е, там, когда строили просторно.